Чувашия развивает спорт высших достижений. Подготовку профессиональных боксеров сегодня обсудили глава республики и заслуженный мастер спорта России Григорий Дрозд. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Сейчас член общественной палаты, а в прошлом Григорий Дрозд – профессиональный файтер, чемпион Европы и мира по боксу. Развитие этого вида спорта – ключевая тема рабочей встречи в Доме правительства. Глава региона отметил, что систему подготовки боксеров необходимо пересмотреть. Если технологии на самом деле и жизнь требует уже других подходов, мы должны меняться. И тренерский состав должен меняться. Абсолютно. И к вам просьба, если найдете там какого-то нам тренера, значит, который будет вот в изменениях работать и мастер-классы показывать. Здесь мотивацию определенную мы должны создать, чтобы все эти желающие ребятишки, допустим, значит, занимались. И сегодня могу сказать, мы ни одну школу не упразднили, ни одну школу не сократили. Оптимизацию делаем своеобразную. Меньше, как я говорю, начальников, больше, чтобы тренерского состава было. Все, что от нас зависит, готов помогать. А если говорить о тенденциях, то, что сегодня происходит в боксе, буквально вот я приехал с международного форума боксерского, который был в Екатеринбурге. Действительно, сегодня бокс, он нуждается в изменениях. Вот. Федерация международная, она на сегодня повестка, она, скажем так, не очень радужная, но это копилось годами, даже десятилетиями. Поэтому бокс сегодня требует жесткого такого изменения в лучшую сторону. Президент, как вы... Предложение спортивного сообщества глава республики обсудит на очередном заседании рабочей подгруппы Госсовета страны. Его члены готовят доклад президенту. Какие решения Госсовета там писать? Где мы отстаем, где не хватает, где нормотворчество, где там муниципалитеты не работают как общая команда, где-то учителя физкультуры не могут взаимодействовать с школами там, по линии ДЮСШ или просто спортивными школами. Ряд других вопросов возникает. Поэтому мне важно знать, во-первых, у вас внутри какие проблемы, и важно иметь обратную информацию. Для подготовки будущих чемпионов необходимо создавать условия. Задача властей региона на ближайшие годы – отремонтировать каждый школьный спортзал. Вот. Чувашская республика, она работает в направлении наших новых, скажем так, приоритетов, которые нам задал Владимир Владимирович Путин, да, 55% людей, занимающихся спортом. Вот ваша республика в активной фазе реализовывает это направление. И сегодня спорт – это политика, государственная политика, это приоритет. Молодежь, дети – это та наша основа, наш фундамент, который мы растим. В подготовке спортсменов важен и личный пример, отметил Григорий Дрозд. Его профессиональная карьера начиналась 18 лет назад. За это время провел более 40 боев. Чемпион по боксу намерен дать и мастер-классы юниорам. Дмитрий Ковалев, Юлия Важенина и Борис Андреев. Республика. Соответственно.